дебютантом «Дорогу». Даниэль Рангусис, дебютант, поставил он кино по реальным событиям. Агент ФБР проникает в нацистскую группировку, которая планирует террористические акты. Самое главное в этом фильме – выбор актера на главную роль. Дэниел Рэдклифф в очередной раз пытается избавиться от имиджа Гарри Поттера. Избавляется радикально. Трейлер произвел впечатление. Фильм называется «Абсолютная власть». Посмотрите трейлер. Нам с Муси он очень понравился. Мы впечатлены. Ты видишь, что у нас за организация? Нам всегда нужны такие, как ты, Нейтан. Образованный ветеран. Без приводов. И какая у вас конечная цель? Речь идет о революционной деятельности. Основана на реальных событиях. Мне нужен информатор. Пора тебе внести свою лепту. Лучше нас, солдат, не найти. Сначала здесь, потом здесь. Мы знаем, где ты живешь. Я не справлюсь. Я даже защитить себя не могу. Справишься. Попробуй понять их на человеческом уровне. Мы видим, что хотим видеть. Но только от того, что мы отвернемся... Он руки убрал. Проблема не исчезнет. Порядок, Нейт. Что-то ты дерганый. Они готовят что-то серьезное. Событие, которая разбудит народ. Террористический заговор. В Америке настало утро! Придет новый день! Ты легавый? Бу! Они фанатики! Живыми они не дадутся! Дэниел Рэдклифф! Чтобы победило зло. Тони Коллетт! Достаточно, чтобы добрые люди... Ничего не делали. Абсолютная власть. У меня к тебе вопрос, Нейтан. Что скажешь на тему стукачества? Кого-то подозреваешь? Просто знаешь, как говорят на митингах? Посмотрите налево, посмотрите направо. Один из этих людей — стукач. Тот, что слева. Скоро на экранах. Фильм совсем скоро появится на экранах. Ждем его, естественно, под чашку хорошего кофе от партнера нашей программы, компании «Эталон Днепр». Мы с Мусей рекомендуем.